Витя, мне нужно с тобой серьезно поговорить. Ты вчера опять не ночевал дома. Как это понимать? У тебя что, есть другая? Ты что, пила? А как ты узнал? Я уже 1.5 года в Португалии на заработках. Лена, уже поздно. Пора спать. Мне завтра на работу. Хорошо тебе, ты уже спать ложишься. А мне еще полночи по этим клубам тусить. А ты не ходи! Ты смерти моей хочешь? Ты хочешь, чтобы я со скуки тут умерла? Лен, ты тусишь по ночам, а потом спишь до обеда. У меня природа такая. Я сова. Ты курица. Ты злишься, потому что ты не отдыхаешь. Вот я все время отдыхаю и то устаю. Лена, ложись спать. Ты надоела уже. Надоела ему. Ничего. Есть еще мужчины, которые готовы меня носить на руках. Таксисты? От машины до квартиры, Лен. Ну, ляг ты пораньше, ну выспись. А я всегда рано ложусь. Вот сегодня легла в 5 утра. Слушай, скажи, а ты женился на мне по любви? По глупости. По очень большой глупости. Все, Лен, пока. Я спать. У меня нет больше сил терпеть. Вы ж по-другому не понимаете. Мужчина, что случилось? Что случилось? А в подъезде ремонт надо сделать. Стены уже рушатся. Двери не к черту. Плановый ремонт в мае. Когда? В мае. Значит так. Мне надо, чтобы бригада рабочих отправилась на объект немедленно. Мужчина, да как же вам не стыдно? Ну, работники ЖЭКа, они тоже люди. Лично мне сейчас бежать на водоканал, унижаться, требовать, чтобы нам воду не отключили, а вы тут со своими мелочами. Ну, как вам не стыдно? Стыдно. Все ясно. Не слышу! Будем ждать бригаду рабочих, спасибо. Пожалуйста, кругом, на выход, оружие сдать вахтеру и выпить валерьянки с пустырником. Боже, все такие нервные. О, Видяшечка еще. Девушка, а можно пригласить вас на медленный танец? Даже не знаю. Мне нужно спросить у моего парня. Какого парня? Вы же тут одна. Если бы. Секундочку. Дорогой, а можно я пойду потанцую? Пойди! Потанцуй немного. Ну, ты кажется, там 10 дома была. Я проверю. Хорошо. Отлично. Идемте. Димка? Ты, дружище. Володька! Привет, слушай, как выглядишь-то, а? Какой молодец, ну сколько же мы не виделись-то с тобой, слушай. Блин, и не сосчитаешь. Ну, а чем занимаешься, рассказывай. А я это, в милиции работаю. Ну да, круто, я вижу. Беглых преступников ловлю. Молодец, здорово. Представляешь, если бы не работа, может, и не встретились бы с тобой. И не говори точно. А ты как вообще, не женился там? Да нет, пока еще, ты видишь, вот руки не доходят. Все никак, знаешь. А ты, дружище, как ты женился, да? Да, у меня жена, двое детей, мальчик, девочка. Ну-ка, кто это у нас?
Здрасте, женщина. А скажите, пожалуйста, это библиотека? Да. А скажите, а какой принцип работы библиотеки? А то мы в первый раз. Молодой человек, вы выбираете книгу, берете ее домой, читаете и возвращаете обратно. А мы, наверное, должны взять одну книгу, а вернуть две. Нет, вы берете книгу, читаете и возвращаете обратно всю. Нет, может, мы должны привести друга, который тоже возьмет книгу, а тот друг приведет еще одного друга, тоже возьмет книгу. Нет, вы просто берете книгу, читаете и возвращаете обратно. Я поняла, мы должны внести какой-то взнос. Нет, вы просто берете книгу, читаете ее и возвращаете обратно. Что непонятного? А, ну это как-то тупо. По-любому какой-то подвох. Ладно, идем отсюда. Скучно у вас? Дебилы. Витя, я устроилась на курсы гипноза. Сконцентрируйся и посмотри на вот эту фигню. А что это? Эта штука может ввести тебя в состояние транса. А сколько она стоит? Я заплатила за нее 1000 евро. Витя, не молчи, что с тобой? Ты уже в трансе? Смотри, гипноз работает. Продолжайте, сын мой. Убил. Убийство, сын мой, есть тяжкий грех. Спасение дается только кающемуся человеку. Евангелие гласит, что Бог прощает всякого, у кого имеется покаянное чувство. Продолжайте, патре. А, да. А8. Ранил. А7. А7 мимо. По телеку такое не увидишь. Добрый день. Здравствуйте. И чем могу помочь? Понимаете, у нас в семье случилась трагедия. Наш любимец, попугай Ара, скончался. И мы бы хотели проводить его с достойными почестями. Мы люди не бедные. Вот, 40 тысяч. Этого будет достаточно? Сколько? 40 тысяч? Да. А что, мало? Да. Это только на оформление. Хорошо, а сколько нужно? 80. 80 тысяч. И то, это на основные услуги. А вот если по высшему разряду, то... еще столько же. Ага, значит, похоронить попугайчика будет стоить 160 тысяч. Совершенно верно. 160 тысяч. Очень хорошо. Одну секундочку. Алло? Любимый? Да просто выкинь его в окно. Я согласен на су... Отвали. Да, будешь ехать по трассе, просто открой окошко и выбрось его. Ага, я уже выхожу. У нас хорошие скидки. У нас хорошие скидки. Вам какой? 9-й. Это грабление бабки гони! Так это, у меня еще нету, ты шо, гонишь? Так
У меня так-то это первый лифт. Тогда, короче, туфли снимай, падла! А ты свои, падла! Ну шо, брателло, типа с почином? Так-то и тебя с почином. Ну чё, нормально так день начался? Ага. Слышь, так я тогда пойду это, в соседний подъезд пошустрю. Отлично, а я тут покараулю. Ну всё, удачи, братуха. Круто, 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 круто. Сынок, я хотел бы поговорить с тобой, ну, как мужчина с мужчиной. Начинается. Не перебивай. Понимаешь, в жизни каждого мужчины начинается такой период, когда его начинает тянуть к противоположному полу любого возраста. Ну, возможно, ты еще пока не понимаешь, но наступит время. Папа, мы с тобой уже говорили. Я заметил, что у тебя появилась девушка. И вот мне хотелось бы прояснить некоторые моменты. Папа, она не будет тебя знакомить со своими подружками. Найди себе женщину своего возраста. Да я так и знал, что ты еще пока ничего не понимаешь. О, подруга звонит, ура! Ленка, если честно, я тебе так завидую по-белому. У тебя такой муж, я тоже себе такого хочу. Да ну прям. Ну вот, он же у тебя просто идеал. Ну, он симпатичный, добрый. Деньги зарабатывает, но меня очень любит. Не за те качества ты его ценишь. А за что? Ну, сама подумай. Работает он у тебя за границей, деньги шлет, верит во все. Лох. Ну, просто не мужчина, а мечта. Ну, да. Да. Здравствуйте, я из военкомата. Виктор Смирнов здесь проживает. Такое горе. Вити больше нет. Как нет? Вчера пошел грибы собирать. Случайно забрел в зону артиллерийских учений. Не. А вы кто? Я брат его. Из Каргополя приехал родню поддержать. Да. Ой, какой ужас. Витя, кто там пришел? Бедная тетя Света. Все Витька мерещится. Не знаем, отойдет ли. Ну что ж, мужайтесь. Спасибо. Какое горе, а? Какое горе! Здравствуйте, девушка. Здравствуйте. И как вас зовут? Меня? Меня Света. Света, а меня Егор. Знаете, почему я люблю ходить на пляж? Нет, не знаю. Знаете? А я вам скажу. Потому что здесь сразу видно, у кого красивая фигура, а у кого нет.
Ой. Спасибо. Купите крем от целлюлита. Месяц в тиране, и ваша кожа как у младенца. Хам! Молодой человек. Давайте один. Вот это перец! Будешь говорить или нет? Понятно. Значит, по-хорошему мы не хотим, да? Хотим по-плохому. Ну смотри, я тебя предупреждал. У меня все раскалываются. Ты понял меня? Ты будешь говорить? Будешь говорить, падла? Будешь говорить или нет? Да, я все скажу, Мама, мамочка, я говорю, вы чудо, товарищ следователь, я же с детства не мой. Вы ангел. Да ладно, утри сопли. У меня работа такая, я всех раскалываю. Иди позови следующего. Анечка, ты помнишь, что логопедический до 16:00 сегодня? Ага. Кто у нас следующий? Заика? Ну, пригласи его. Витя, а как ты относишься к тату? Я слышал, они распались. К татуировке. А, не знаю. Ну, если красиво, если маленькая, если аккуратненькая, то ну почему нет? Витя, я на память о тебе сделала татуировку, но чтобы всегда помнить о своем любимом. Вот. Что это? Это пин-код твоей карточки. Не узнаешь? Он всегда со мной. 3128. Дура. Нет, это кошмар какой-то. Ну, раньше такого не было. Ну, что ж ты хочешь? Ну, времена-то меняются. Нет, я вообще не против эротических сцен. Но это же переходит все границы. Да ладно тебе. Нет, ну, посуди сам. Вот куда катится мир? Почему в кино стало так много секса? Ну, Сережа, сделай что-нибудь. Ну, ладно. Извините. Извините. Чего тебе? Вы не могли бы где-нибудь в другом месте? Да. Зануды. Вот это прикол! Кеша, получилось таки собрать электромобиль! Да, ух, намучились мы с ним, ну намучились! Ну ты знаешь, я рад, что все-таки получилось! Да, как-никак, высокие технологии. Кеша, ты гений! Да, знаешь, что я тебе скажу, пусть теперь дураки на бензине ездят, а я буду экономить. Да еще бы! Вот сейчас прямо в Крым поеду, вот сейчас рвану прямо. Не, ну в Крым, наверное, не получится. Я туда удлинители 30 метров смог запихнуть. Включаю! Ну, хотя бы до ворот.
Слушай, а хорошо-то как? Пол блестит, пыли нет, тумбочки, кровати заправлены, одеколон, никаких следов дедовщины, дезертирства. Ну как вам это удается-то? Товарищ генерал. Да? Наш батальон уже год как расформирован. А, это вы молодцы. Это хорошо. А ты здесь что делаешь? Так и это, дежурный. А сменщик мой все не приходит и не приходит. Это хорошо. Так держать! Ну, есть. Молодец! Ой, Витя звонит. Витя, я у тебя такая хозяюшка. Я так люблю чистоту. Представляешь, нашла старую сковородку. Смотрю, она прям черная. Грязь, жир. Прямо въелись в нее. Я, в общем, железной щеткой ее чистила, песком, ну, чистящие всякие. В общем, полдня убила. Зато смотри, сияет. Лена, а я помню эту сковородку. Это я тебе на 8 марта дарил. Но она была не грязная. Тефлоновая. Это ты тефлоновое покрытие очистила. Молодец. Ты деньги взяла? Забыла. И я забыл. Блин. О, опять вы. Рот закрой, кассу открой, деньги на прилавок. Живо. Пакетик брать будете? Нельзя просто так взять и выключить интернет. Так, вот Элла, ты где стоял? Вот здесь? Ну, ты запомни это место. А где лежала Дездемона? В постели? А как лежало одеяло? Вот. Да нет же, нет. Все должно быть натурально, правдоподобно. Вот. А где Мавр? Где Мавр? Мавр, где вы были? Где вы были? Где ваше место? За ширмой? Ну, давайте вспомните, пошевелите мозгами. Ну, что это такое? Ну, почему я должен за всех всегда все помнить? Вот! Вот ваше... Встаньте, встаньте, запомните, запомните ваше место. Так, кто еще был в спальне? Кто? А все? Вот это все, да? Ну хорошо, ну запомните, запомните, вот так все хорошо, замерли. Ну вот, товарищ следователь, вот так и Дезимону задушили. Понимаете, актер настоящий. От Бога. Понятно. Полицейские, подойдите, распишитесь в протоколе. Давай, давай, Месь, давай, Месишка, давай! Ах ты! Саш, ну давай спать уже, а? Какое спать? Ты что, шутишь, что ли? Барса играть, я что, могу такое пропустить? Ну, отдай налево! Отдай налево, придурок! Ну я не понимаю, ну что тебе этот футбол? Ну бегают по полю туда-сюда. А, туда-сюда. Мы с Лехой по песок грин поставили на победу Барса. 92-я минута, 1-1. Ну, Барса давит, давит. Не... Отдай, отдай туда! Ох, где ваши ставки эти? Гол! Гол! Ты видела? Гол! Гол! Опять он поломался. У меня не работает интернет.
Винду загружает, пробовала пинговать, пакеты принимает. В биосе стоит boot с HDD. Хосты стоят правильные, прокси меняла. Фаервол отключен. Счет за интернет пополнен?